В один из солнечных майских дней в средней школе номер 6 города Бреста было многолюдно. Поводом шумного веселья послужил День семьи, который ребята и педагоги решили отметить ярко, насыщенно и с размахом. Программа мероприятия разнообразная и разноплановая. Школьники провели акцию «Время подумать», посвященную Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа. Состоялся прием учащихся 4 класса в «Пионеры». Различные конкурсы и викторины, творческие выставки, праздничный концерт, мастер-классы, волонтерские акции, работа аниматоров и многое другое в этот день ожидало ребят, их родителей и гостей праздника. Для того, чтобы сделать эту веселую сегодня полянку, мы приложили, конечно, очень много усилий. Но результат будет один. Это единство в семье, родителей, детей и учителей нашей школы. Семейный праздник был организован совместно попечительским советом, городским отделением Белорусского союза женщин, средней школы номер 6 и активом Брестской молодежи. Среди приглашенных – ветераны труда, представители отдела образования, спорта и туризма Брестского райисполкома. Они поздравили ребят и их родителей с прекрасным событием. К торжеству все готовились тщательно и сплоченно. Школа небольшая, тут живет одна большая семья, говорит директор. Дети очень инициативные и трудолюбивые, а потому практически все школьники с 1 по 11 классы внесли свою лепту в организацию праздника. Я решила принять участие в этом замечательном празднике, так как я здесь буду еще выступать, буду петь песню со своим одноклассником. Также мне приятно удивлять людей, которые здесь приходят, слушают то, что мы поем, где мы, ну, как бы, как мы танцуем. Для школы это очень необычно, и все, кто принимает участие, они очень активны и ну, очень внимательны в этом конкурсе. Семья – это самое главное в нашей жизни. Вот. А здоровая семья – это вообще самое, я считаю, что должно быть в нашем государстве. Даже неожиданно начавшийся проливной дождь не помешал ребятам красочно и живо отметить один из главных и самых светлых международных праздников – День семьи. Ведь это поистине теплое весеннее торжество, торжество любви и взаимопонимания. Благополучие, стабильность и крепость семьи – вот мерило стабильности любого государства. Семья – это источник любви, уважения. Это то, на чем строится и стоит любое общество. Это то, без чего не может существовать человек.